Широкий отклик на форумах нашел и новый проект администрации Чебоксар – «Открытый город». Глава администрации Алексей Ладыков провел открытую встречу с жителями Ленинского района. В зале не осталось свободных мест. Откровенный разговор о путях развития города пришли поддержать более 700 человек. Встречи в формате открытого диалога, по мнению руководства столицы, становятся неотъемлемой частью управления муниципалитетом. В этом суть проекта «Открытый город». Каждый житель имеет возможность непосредственно обратиться к представителям органов власти и высказать свое мнение. На очередной встрече с главой администрации Чебоксар было поднято немало волнующих тем, одна из которых – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Мы в этом году планируем начать реконструкцию дороги Айги. Это улица параллельно Богдана Хмельницкого в новом микрорайоне. Средства заложены, ведется проектирование. В планах также расширение самой улицы Богданки от залива, от улицы Коммунальной Слободы до Ягодного переулка практически. Ну и в ближайшее время мы начинаем реконструкцию перекрестка Фучика-Богданка. Проектно-сметная документация также имеется. Стоимость работ больше 1 000 000 000 рублей. Горожане не боялись высказывать и свои замечания. Владимир Чапаев счел проходящие публичные слушания по строительству объектов номинальными, предложил отменить результаты прошлых встреч и провести новые. Были затронуты вопросы уплотнительной застройки, функционирования речного транспорта, обустройства парковок, больниц. И нам обещана была поликлиника вместо медсанчасти электроаппаратного завода. Когда начнется строительство? Сегодня ведется проектирование этой больницы. Определена подрядная организация. Архитектурное бюро, которое уже защитило эскизный проект. В этом году они должны завершить проект этой больницы. Точную дату не назову, точный год не назову. То ли с 14, то ли с 15, то ли с 15, то ли с 16 года идет финансирование строительства. То есть в ближайшее время мы эту больницу строить начнем. Следующая встреча с жителями в рамках проекта «Открытый город» состоится 27 марта в 18:00 в средней школе номер 37. Желающие смогут задать вопросы заместителю главы администрации по экономическому развитию и финансам Максиму Семенову. Вместе мы должны сделать наш город комфортным, качественным, стабильным для жителей, для гостей столицы. Анастасия Алексеева, Светлана Аликимова, Антон Вовк, Республика.